Певец Джонни. Настоящее имя – Джахид Гусейнли. День рождения – 29 февраля 1996 года на 2019 год. 23 года. Знак зодиака – Рыбы. Джонни – псевдоним азербайджанского автора и исполнителя таких популярных в интернете композиций, как «Пустой стакан», «Френдзона», «Звезда». Свыше 5 миллионов просмотров и сотрудничество с компанией Rava Music Company принесла Джонни его новая песня «Аллея», после которой юноша стал известным. Мальчик, чье настоящее имя – Джахид Гусейнли, родился в азербайджанской семье в 1996 году. Вскоре родители вместе с ним и его братом перебрались на постоянное место жительства в Москву. В России парню с таким необычным для ушей местных жителей именем пришлось несладко. Псевдоним Джонни родился благодаря маме Джахида. Он любил смотреть мультик «Джонни Браво», а она в шутку начала называть сына Джонни. Профессионального музыкального образования у Джонни нет. Он – самоучка. В детстве он настаивал, чтобы его записали в музыкальную школу, но отец был против. В столице Джахид окончил школу и увлекся музыкой и сочинительством. Однако поначалу отец выступал против музыкальной карьеры сына. Хотя мама была на стороне Джахида, так что юноша начал изучать специальность «Международный бизнес» в Государственном университете управления, хоть и без особой охоты. Но никогда не забрасывал занятия музыкой, даже когда после окончания магистратуры работал сразу на трех работах. Впрочем, две из них подразумевали выступления с песнями раз в неделю. Третья – у отца, который владеет собственной компанией. Наследственная певучесть и хорошие вокальные данные юноши не сразу были оценены по достоинству. Джонни выкладывал свои композиции в Инстаграме, но лишь после публикации композиции «Звезда» на его творчество обратила внимание многочисленная аудитория интернета. И вдохновленный первым успехом, Джонни продолжил сочинять музыку. Начало карьеры. Вскоре певца заметили не только подписчики в социальных сетях. Джонни пригласила на собеседование и прослушивание агентство по раскрутке молодых исполнителей. Rava Music Company. Переговоры закончились успешно, после чего Джонни начал гастролировать по российским городам. Параллельно с этим музыкальные паблики регулярно распространяли его авторские синглы, что увеличило количество слушателей. Резкий рост популярности произошел, когда певец опубликовал свою новую композицию о юношеских мыслях и чувствах «Аллея». «А я все думаю о ней, нет никого мне родней. Она ярче огней нежно светит по ночам». Манера исполнения покорила молодежную аудиторию. У певца появились первые фанаты, которые с нетерпением ждали презентацию первого альбома Джонни. По их данным, певец готовится к этому событию и отслеживали каждую новость о кумире. Джонни не женат и пока что не собирается обзаводиться семьей, хотя и встречается с девушками. Романтичная натура певца ищет ту единственную, которая станет не только любимой женой, но и примет устои его семьи, которыми юноша дорожит. Не об этом ли говорит его трек «Аллея»? «Среди старых аллей, гуляю, думаю о ней, и когда ты придешь ко мне, я тебя не отдам, никому не дам». Также немаловажно, чтобы избранница понравилась его маме, которая в своих сыновьях души не чает. Думается, что с ростом популярности певца о его личной жизни станет известно более подробно, чего с нетерпением ждет женская аудитория поклонниц завидного холостяка. Информация взята с сайта htptsds.ru, знаменитости, биография певца Джонни, HTML.